Как мы уже освещали в своих сюжетах, летом текущего года в спортивном зале средней школы номер 2 аула Кашихабль была начата масштабная реконструкция. Благодаря федеральной программе развития физической культуры и спорта в сельской местности и софинансированию муниципалитета. Мечта осуществилась. 4 октября состоялось торжественное открытие спортивного зала. До начала мероприятия в школьном дворе состоялась торжественная линейка, где руководство школы вручило грамоты учащимся и учителям, которые добились определенных успехов. Почетная грамота награждается Каракаева Сусана Кушуковна, учитель начальных классов, за активное участие в проведении государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования. Спасибо вам. В той же самой, скажем, номинации награждается Батышева Белла Аслановна. Спасибо вам. Награждается Тугланова Расита Заурбиевна. Успехов. Награждается Хиштова Аминат Юрьевна. Поздравляю. Сразу после линейки приступили к торжественной части открытия отремонтированного спортзала. На мероприятии присутствовали глава поселения Хазрет Бурсов, заместитель главы поселения Рамазан Мамхеков, начальник пожарного гарнизона Беслан Хачимизов и руководство школы. Сегодня хочется отметить, что много лет ждали мы этого ремонта, но федеральная программа, которая на сегодняшний день существует с помощью муниципального образования Кашихабльский район, была произведена такой вот красивый ремонт во второй школе спортзала. Поэтому сегодня мне хочется вас с этим поздравить, вас всех, чтобы этот спортзал много-много лет служил на благо наших детей. Все делается для наших детей, поэтому эти мероприятия, которые проводятся и в рамках нашего района, и в рамках федерации, хочется, чтобы она продолжалась, чтобы вы развивались, чтобы спорт был, физкультура была здоровая, чтобы наше общество было здоровое. Поэтому я вам всем желаю удачи. В этот день, 4 октября, наверное, запомнится всем ученикам. Хороший ремонт проведен в спортзале. Надеюсь, ученики школы будут защищать честь на спортивных турнирах любого уровня. Наш район и республику в целом. Еще раз особо поздравляю учеников. Это все для вас. Надеюсь, спортивные результаты с этого дня у нас будут хорошие и отличные. Право разрезать красную ленту было предоставлено Хазрету Бурсову и директору школы Светлане Шаловой. Самой приятной торжественной церемонии разрезания ленты и открытия нашего спортивного зала. Далее гости прошли в отремонтированный спортзал, где Хазрет Бурсов дал символический старт первым соревнованиям после реконструкции. Внимание!